Вася пошел на репетицию грустным. Автор сценария Денис Пташкин, режиссер Денис Пташкин, продюсер Денис Пташкин. Что это? После урока алгебра третьего урока идите на репетицию. Запомните песню. Шестой класс, ты самый добрый. Седьмым классом... потом прочитаю. Пусть это дети запомнят. Дети! Что? Запомните одну песню? Какую? Шестой класс, ты самый добрый. Седьмым классом придется быть. Прочитайте два раза или три раза, или а Денис пусть пять. Он же суперлидер, а вернее супер-суперлидер. Да, а кто старше Дениса, то шесть. Нет, пусть Денис семь. Кто старше, то шесть. Кто младше, то пять. Запомнили? Да! 7 минут спустя. Так, милашка, мимо ты выучил. Ну, вот и хорошо, а я конечно запомнил, как шестой класс, ты самый добрый, седьмым классом придется быть. Будут два новые уроки, будут две новые уроки, будем теперь вспоминать 7 лет. Вот так я выучил. Вы все запомнили про... Будут две новые уроки, говорит два раза. После третьего урока. Так, шестые классы построились. Эдвард Башов, учитель шестого А. Песня. Дети, вы очень печален. Валерия Владимировна, учитель шестого Б. Песня. Шестой класс, ты самый добрый. И Прала Дженни, учитель шестого Б. Песня. Через 3 месяца мы станем седьмыми. Сначала рассказывают стихи наши главные. Шестой А. Роберт Шарами. Шестой Б. Денис Пташкин. И шестой В. Марли Тон. Как ты любишь школу, Роберт Шарами? Вот что я люблю тебя, командир нашего класса Роберт. То есть я не боюсь страшилок и ужасов. Денис Пташкин, ты справишься. Ну, я думаю. Я очень прекрасен. Я для всех просто суперский. Но я не болтал на уроке. Но это хорошо. Теперь ты. Шестое, приготовились. Теперь ваша очередь. Шестой Б. Вася, сраные тапки, ты почему не танцуешь и ты грустный? Грустный, летится. Я заметил, не белые тапки. Да, я ненавижу белые тапки. Фу, белые тапки. Вы слышите, фучки, не тапки. Продолжим. Так, ребята, я хочу узнать, почему сраные тапки грустные? Потому что он наказан. В следующем серии. Иди, Тикетс. Ну что меня сегодня ждет?